Всем привет, на канале Лизстар, меня зовут Лиза, и сегодня новое видео на моем YouTube-канале. Перед началом видеоролика подпишись на мой канал и поставь лайк этому видео. Ну а мы начинаем. В этом видео мы будем вместе с вами делать макияж единорога. Все, я уже переоделась в мою пижамку в виде единорога. Кто знает, тот знает. И сейчас мы вместе с вами начнем делать наш макияж. Но для начала я хочу убрать волосы вот этой повязкой. Примерно как-то так. Вот здесь вы видите фотографии, которые я посмотрела в интернете. Это макияж для глаз в виде единорога. Я не знаю, что из этого получится и получится ли у нас вообще изобразить этот макияж. Давайте начнем. Для начала я готовлю свою кожу к нанесению макияжа. Первым делом я выравниваю тон кожи. Использую темный тон и также светлый тон. Далее, ребят, я наношу румян с помощью кисти и самих румяшек. Немножечко свое лицо сделать румянистым. Это готово. Не знаю, видно на камеру или нет, но это мы с вами посмотрим уже в конце видео. И теперь, что мы здесь с вами делаем? Мы берем тени. У меня есть 3 балетки теней. Так, ребята, есть вот такие у меня, да, и есть еще у меня вот такие, это самые базовые, которые я использую на каждый день, вот такие. Но для начала я нанесу саму базу вот такой вот цвет на глаза. Итак, наносим сначала вот сюда темный цвет, это фиолетовый. Вы можете взять розовый, либо любой другой. Это тоже зеркало мое самое главное, очень далеко от меня. И камеру дальше поставить не могу, я буду использовать вот это зеркальце. Ребят, теперь я нанесу более светлый тон фиолетового цвета, то есть немножечко посветлее, чтобы сделать переход к светло-голубому. Так, ребят, получается примерно как-то вот так. Я не знаю, видно или нет. И теперь я наношу светло-голубой тон. Можно, кстати, нанести, к примеру, светло-зеленый, то есть смотря какой у вас костюм. Гуруми. У меня лично в таких вот цветах голубого здесь ничего нет, но у меня хвостик зато голубой. Последнее время я обожаю подводить глаза, поэтому сейчас здесь я буду это все подводить под такой же цвет. То есть наношу темный снизу, потом чуть светлый, а потом голубой оттенок. Вообще как синяк, но это должно быть красиво. Почему это вживую красивее, а здесь мне выглядит как будто фингал. Так, ребят, теперь наносим то же самое, я делаю со вторым глазом. Это, в принципе, готово. На самом деле, я покажу. На свету выглядит все вот так. То есть, вот. Это на свету. А это просто немножечко в темноте, поэтому кажется немножечко все по-другому. За глазами я, в принципе, закончила. Ну, как закончила? Мы только с вами сделали... нанесли только тени. Теперь я хочу сделать себе стрелки, но я их не смогу сделать, потому что я их очень... Как сказать, в общем, я их не умею делать особо нормально, поэтому давайте в этот раз мы сделаем без стрелок, но в следующем бьюти-видео моем я сделаю обязательно стрелки на глаза. Сегодня обойдемся без них. Теперь я наношу тушь. Тушь я использую, кстати, от Эвелин.
я закончила, добавила немножко больше голубого. Теперь я хочу добавить блестки. У меня есть такие блестки от Beauty Bomb. Вот такие вот. Золотые. Давайте добавим. Так. Блестки, в принципе, тоже готовы. Теперь мне нужно немножечко привести порядок брови. Опять сделать румян, потому что их вообще не видно. И, в принципе, все. Чуть лишнее убрать. Для бровей у меня есть гель для бровей, тоже от Эвелин, бесцветный, вот такой. Вообще, надо было сначала сделать брови, а потом глаза, но я все делала наоборот, поэтому нормально. Готово, теперь наношу я губы. Для губ я использую, угадайте что, блеск для губ от Эвелин. Помадами на самом деле не идут вообще никакие, поэтому я пользуюсь только блесками. Осталось нанести еще чуть блесточек на губ, и вот где щечки. Что, ну, как бы единорог, он блестит, и да. У меня, к сожалению, нет таких светлых блесток, к примеру, белых. Поэтому я буду использовать, какие у меня есть, золотые. Ребята, и на этом было все. Если понравилось видео, то ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ну а с вами была Лиза. Всем удачи и пока-пока-пока-пока!